Порой сложно поверить, что до наших дней сохранились настоящие древние города, что тысячу лет назад по этой же местности ходили наши предки, возводили дома, воспитывали детей, пасли скот. Прикоснуться к их жизни и быту позволяют такие памятники древности, как Нижнеархызское городище, которое еще известно как Аланское городище. Наличие на территории современной Карачаево-Черкесии следов пребывания многих древних народов объясняется географическим положением. Дело в том, что горы и перевалы давали возможность укрыться от неприятеля или переждать крупные столкновения. Из десятка церквей древнего городища до наших дней сохранились только три храма. По археологическим данным, эти постройки датируются X веком. В конце XIII – начале XIV веков после нескольких нашествий поселение приходит в упадок и окончательно пустеет. И только в XIX веке к нему начинают проявлять интерес ученые и археологи. Вокруг Аланского городища до сих пор не утихают оживленные научные споры. Но есть и факты, которые уже не подвергаются сомнению. Например, по остаткам строений удалось определить, что поселение состояло из трех улиц. Загадкой древнего города остается происхождение идеально круглого земляного вала, выложенного камнем. Сегодня исторические руины древнего города привлекают тысячи туристов, каждый из которых хочет прикоснуться к седой древности и попробовать мысленно перенестись сквозь тысячелетия, чтобы пройтись по этим улицам, всмотреться в лица и погостить в прошлом.